Президент США Джо Байден направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю наступления праздника Новруз. Это эпоха обновления, возможность еще раз подчеркнуть наше сотрудничество и приверженность миру. Моя администрация будет работать совместно с Азербайджаном в направлении решения общих проблем безопасности и регионального мира, говорится в поздравлении американского лидера. Джо Байден подчеркнул, что США как страна сопредседатель Минской группы ОБСЕ привержена содействию сторонам в достижении долгосрочного мирного решения Нагорно-Карабахского конфликта, содействию миру между Азербайджаном и Арменией во имя благополучного и мирного будущего. Мы также поддерживаем ваши усилия по диверсификации экономики и развитию энергетических возможностей в Каспийском море. Соединенные Штаты Америки стремятся рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества. Передаю вам, азербайджанскому народу, наилучшие пожелания по случаю наступления Нового года и новой весны, говорится в письме президента США.